Творческая группа «Узрепорт ТВ» в эти дни обратила внимание на ситуацию по Фергана-Юле. Ее значимость в транспортной развязке города и пригорода особо важна, но она находится в плохом состоянии. Там невозможно разглядеть дорожных разметок, а количество ям, которые постоянно латают и не могут залатать, огромное. Долгое время Фергана-Юле не получает положительного решения в плане капитальной реконструкции, и это создает постоянные проблемы для горожан и гостей. Чья это проблема? Население или же ответственных людей, которые хаотично начинают стройку? Дорога стратегического назначения Фергана-Юле. Она в очень ужасном состоянии. Как мы можем заметить, вот с правой стороны сейчас от меня находятся места, где залатали. И эти лотки как бы выбоины, нескончаемы. Постоянно тут латают, но никак не залатают ничего. Потому что большие машины тут проезжают, как вы видите, постоянно. Но кроме того, тут в одном месте, вот именно тут, где я стою сейчас, асфальт был подготовлен для того, чтобы его отреставрировать. Его, так сказать, соскребли, но не начали ничего. Кроме того, с левой стороны, если мы посмотрим сейчас, то тут нас может постигнуть ужас, потому что дорога тут, во-первых, не облагорожена, вот эта часть. И кроме того, с левой стороны еще левее, тут построили специально кармашек. Кармашек, который предназначен для того, чтобы машины ездили отсюда, пока будут реставрировать отдельные части этой стороны. Но, как мы можем заметить, эта часть вообще не функционирует, нигде ничего не начато. И, кроме того, машины специальные, которые предназначены для того, чтобы реставрировать эту дорогу, они стоят. Нет ни у кого водителя тут, получается. И, кроме того, эта дорога, она бесконтрольна. Почему бесконтрольна? Потому что машины, которые отсюда едут, они бесконтрольно разъезжают то в эту сторону, то в другую сторону. И может возникать тут как раз-таки аварийная ситуация. Потому что, как мы можем заметить, вот эти спецмашины заграждают одну полосу дороги. Дороги, по которым мы едем, похожи на гармошку. Вечно то вниз, то вверх. При этом очень трудно избежать попаданий в ямы, потому что их количество не насчитать. Протяженность дороги Фергана-Юле составляет около 7 километров. Сейчас мы находимся на другой части отрезка, как раз-таки кармашка, и мы тут можем заметить, что хоть и недавно как раз-таки была построена эта дорога, то тут уже успели раскопать все. И кроме того, некоторые места стали замусорены. Вот мы как можем заметить, уже люди вот бросают сюда мусор. И мало того, если мы пройдемся чуть дальше отсюда, то мы можем заметить, что вырыто очень много. Тут не то чтобы нет асфальта, тут глубина-то большая. И кроме того, тут проезжают с той стороны машины, и с этой стороны приезжает машина, а рядом расположена школа, откуда дети возвращаются. И когда дети возвращаются, то есть шансы, что они могут сюда упасть. А кто за этим будет смотреть? И неужели нам нужно ждать того, чтобы кто-то упал сюда, пока не залатают это все? Хотелось бы отметить, что при съемочных процессах к нашей команде постоянно подходили люди, рассказывая, какие неудобства приносят разрытые места. Моя махалада турамас. Майтан болам, сак кинсурту койдган болам, урталарна майтан юрад. Мы живем вот в этой махалле. Мой внук учится в школе неподалеку. Ему 8 лет. В дни, когда были обильные дожди, сюда чуть не провалился его одноклассник. Очень много маленьких детей проходит по этой дороге. Если их не сопровождают родители, то пройти дорогу очень сложно. Неужели трудно привести в порядок это раскопанное место? Ладно, если месяц-два так было бы. Это продолжается уже как 6-7 месяцев. Конец дороги Фергана-Юле приходится на ТКАД, где также царит беспорядок. Говорят, чтобы развивать инфраструктуру города и вообще села, нужно сначала построить ровные дороги, как для пешеходов, так и для автомашин. Но этому правилу не придерживается близ Кулюкского базара. Тут не то чтобы нет прохода для пешеходов, тут также подземный переход закрыт.
Хакими от Бехтемирского района устроил вдоль проезжей части дорожку для пешеходов с бетонным ограждением. Однако в этих местах тут же обустроились уличные торговцы, затрудняя тем самым проход. Кроме того, и так обкопанная зона замусорена. А как на это смотрят организации по благоустройству города? И что они делают, чтобы разрешить эту проблему? Светофор появился. И китайцы пешеходные начали. Мусульты где? Адамы вот тут, почему не могут? Мусульты где? Кубнохороны солдаты, рестораны пульпешенгены. Мы поставили два светофора и организовали две пешеходные дороги, чтобы люди могли спокойно переходить дорогу. Да, я знаю, что все еще переходят в неположенном месте, но наше население само ленится пройтись чуть больше. Для них легче взять и перелезть через бетонное ограждение. Однако мы должны понимать, что это все временно, пока не построят метро. До Навруза этот объект уже планируется сдать в эксплуатацию. А говоря о людях, которые сидят и продают товары на прохожей части дороги, каждый день работники налоговой, СЭС, пожарной охраны, МВД контролируют этот район и проводят соответствующую работу. Да, пешеходная дорога, по которой проходят, замусорена, потому что там нет урны. Но работники районного управления по благоустройству в день два раза расчищают собравшийся мусор утром и вечером. Кроме проблем дороги для пешеходов, существует еще и вопрос пробок. Их протяженность в пик порой достигает до 10 километров. Автомобили передвигаются здесь по кочкам, ямам и выбоинам. Сколько времени тратят в пробках? Уже привыкли к этим пробкам. В среднем уходят 15-20 минут. У меня в среднем уходят 15-30 минут. Это длится уже как 2 месяца. Каждый день одно и то же. День я теряю 1.5-2 часа, потому что утром на работу, а вечером домой. Продолжается это уже как больше полугода. 20-30 минут, 30 минут, 40 минут. По этому поводу мы также смогли получить комментарии от представителя Бехтемирского районного хакимията. Да, во время пика там образуются большие пробки. Причина – возросшее количество автомобилей и машины, которые останавливаются на проезжей части. Что мы получаем? Ее пропускная способность давно уже не отвечает требованиям. Возросшее количество автомобилей и непостроенные разгрузочные дороги. Это уже вопрос не только удобства для населения, но и интенсивность притока инвестиций, на что в последнее время делается упор. Ведь инвестор ищет те места, где хорошо налажена коммуникация, а это газ, свет, вода и дороги. Когда же, наконец, одна из самых длинных трасс столицы будет капитально отреставрирована по современным стандартам? Вопрос остается открытым.